Добрый день, пришла посылочка из Китая. Здесь у меня должен быть фонарик, аккумулятор, еще какая-то мелочь. Фонарик Конвой, по-моему, X3 был у меня здесь заказан. Сейчас посмотрим, что пришло. Карабинчик. Наверное, аккумулятор. И накладки на джойстик. Разного цвета. Стоит копеечки. Но с ними намного удобнее играть. Так что, если кому надо, два аккумулятора прямо в боксе. 18650, Panasonic 3400. Аккумулятор 16 года. То есть вообще новенькие аккумуляторы, хорошо. И бокс подарок получается. А здесь, по-моему, должен быть аккумулятор Litecala. Если это, конечно, то 26650. Поставляется такой упаковочки. Да, Litecala 26650. Вот не помню, на сколько миллиампер они. По-моему, на 5000. Ну, в комментариях напишу. 3,6 вольта, 50 ампер. Тоже надо будет протестировать, как они будут работать. И реальную емкость. Такой вертолетик на обзоре у меня есть. Прикольная штучка, светодиодный. Открывать не буду. Он вот так включается как-то. А там защита стоит. Такой вот небольшой карабинчик, совсем маленький, металлический. В таком большом пакете. Самое главное, что я заказывал, это фонарь Конвой X3. Упаковочка совсем, конечно, не... Здесь, как бы, по-моему, для аккумулятора 18650. Да, переходничок в комплекте, что очень удобно. Такой здоровый, не так, не такие пластиковые штучки. Все. Здоровый, так первый раз такой встречаю. В этом фонаре можно использовать как 18650, 26650 и, по-моему, 3 или пальчика, или мизинчика в батарейке. Тоже должен быть переходник, но, наверное, внутри. Светодиод XML, по-моему, U2. U2-1A, 8 драйверов, 7135. Бывают они двух цветов, не помню, какого заказывал, вот такой серенький, и есть темный. Ну, будет отдельный обзор, сниму видео, как он в темноте светит. Вот сравнивать с ним, с этим, конечно, не сравнишь. Ну вот, S8 или C8, как правильно, разница вон какая большая, это больше, наверное, как БД выглядит. Ну, надо будет все это экспериментировать. Отдельно видео сниму. Да, здесь вот получается у нас такой. Не пойму, какая здесь батарея. Да, обычные пальчиковые батареи. Надо будет попробовать, какой он будет лучше светить. Батарея Alkaline 2А. Ну, давайте попробуем включить с такой батареей. Смазки много. Немного так. Но чувствуется. Фонарь внешне мне очень нравится. По-моему, тоже два режима есть. Два типа. Можно убрать строп, сос. Но это я
когда проверю, тогда буду более точно говорить. Неправильно, наверное, всунул, да. Вот плюс, это минус. То есть можно использовать простые пальчиковые батарейки. Вот. СОС, строп. Ну, это будет отдельно в обзоре. Спасибо за просмотр. Пока-пока.